Казахстан сохраняет устойчивую позицию в числе крупнейших мировых экспортеров. Об этом на брифинге СЦК сообщил зампредседателя правления «Казнекс-Инвест». По словам Ержана Майкенова, основными рынками сбыта остаются страны ЕАЭС, Центральной Азии, Кавказа, а также Иран и Афганистан. Сумма контрактов, заключенных отечественными экспортерами, превысила 1,5 миллиарда долларов. Добиться такой цифры удалось благодаря мерам господдержки. В рамках карты индустриализации открыты порядка 100 производств. Более 1500 предприятий получили сервисную и финансовую помощь. Банк развития Казахстана на поддержку товаропроизводителей выделил 35 миллиардов тенге. Казахстан занимает достаточно устойчивую позицию на внешних рынках. Занимаем уверенную позицию, 43-ю позицию в мире. Входим в десятку крупнейших поставщиков углеводородного сырья, непосредственно нефти. Также входим в десятку крупнейших поставщиков стратегических продовольственных товаров, как зерновые, пшеница. Являемся номер один поставщиком урана, желтого фосфора. Второе место занимаем по поставке муки.